Уже 9 лет я продаю роботы для трейдинга. И очень часто мне говорят, что клиент всегда прав. Ну, типа ему можно все, а продаван пусть почаще прижимается к попе. Ну да, а хуй ты мои денежки хочешь? Погоди, но ты же хочешь именно мой робот, ведь иначе не разбил бы свою копилку. Не-не-не, вообще-то я тут самый главный. Я среди вас убогих выбираю, кто лучше мне попку отлижет, того и бабки. Стой, так ты за роботом пришел или за услугами низкой социальной ответственности? Ну это... За роботом, конечно. Ну тогда, может, стоит оценивать товар, а не степень лизания задницы. Я не понял, ты чё тут меня разводишь? Да даже не думал, а вот ты задумайся, а не в этом ли причина того, что ты так часто попадаешь на мошенников? Сидишь тут, значит, выебываешься на самую старую компанию в сфере IT для трейдинга. Официальную, блядь, компанию, которая имеет десятки публичных счетов. Ты идиот? Да пошел ты!